Мол, Телеком продолжает поддерживать молодое поколение посредством различных красивых и оригинальных инициатив. На этот раз речь идет о проекте «Гигабитный интернет для твоей школы». Теперь учебные учреждения в Молдове могут воспользоваться выгодными предложениями по подключению к высокоскоростному интернету. Теоретически лицей коммуны Штефанешти района Флориешч уже является одним из 200 учреждений-бенефициаров, которые в день учителя получили приятный сюрприз от компании как для учеников, так и для учителей. Компания «Молтелеком» взяла на себя ответственность подключить образовательные учреждения к высокоскоростному интернету, особенно в сельской местности, тем самым облегчив процесс цифровизации страны и предоставив детям и учителям доступ к интернету для улучшения учебного процесса. Компания является единственным оператором, имеющим разветвленную сеть фиксированного интернета по оптоволокну, построенную на национальном уровне. Де-факто проект «Гигабитный интернет для твоей школы» представляет собой программу цифровизации учебных заведений. Мы предлагаем высокоскоростной интернет в любом учебном заведении, которые подают заявку на этот проект. Кроме того, мы также предлагаем абсолютно бесплатные интернет-подписки для лучших студентов и лучших преподавателей в учебном заведении. Аурелия Бодю, директор теоретического лицея коммуны Штефанешч, благодарна «Молтелеком» за инициативу, но также невероятно гордится тем, что они являются первыми бенефициарами из Флорешского района. Этот проект предоставляет учителям и ученикам высокоскоростной интернет для доступа к различным материалам, сайтам, чтобы уроки проходили лучше как для учителей, так и для учеников. Это шанс для наших учеников освоить профессии будущего. Школьники признаются, что бесплатные интернет-подписки для лучших учеников, предлагаемые «Молтелеком», мотивируют их работать и упорствовать еще больше. Спасибо вам большое за такой подарок. Нам действительно нужен интернет в школе, потому что занимаемся разной деятельностью. Регистрация в проекте будет продолжаться в течение всего учебного года. На сегодняшний день более 200 учебных заведений со всей территории Молдовы подключены к высокоскоростному интернету по специальным тарифам.